Автором очередной громкой сенсации стал губернатор северной столицы Георгий Полтавченко. Сегодня с утра он находился в Москве на заседании Президиума Госсовета России. А в это время в Комитете по энергетике, в офисах компаний-подрядчиков и на квартирах чиновников администрации Санкт-Петербурга проходили обыски. Изымались документы и деньги. Только в квартире председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга Петрова было изъято 18 миллионов рублей, 100 тысяч долларов США и 100 тысяч евро. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности, а также лица, которые могут быть причастны к реализации этой криминальной схемы. Массовые обыски стали финалом работы, начавшейся еще летом этого года, по личному указанию Георгия Полтавченко. Уже тогда стало ясно, что ремонт и теплотрасс были липовыми. Возможно, что и Колпино, и Купчино прошлой зимой замерзали по причине масштабного воровства. 600 километров магистралей уложили трубами, не соответствующими ГОСТу. 18 сентября председатель Комитета по энергетике Владислав Петров, уже зная, что делом занялись следователи, был спокоен до безмятежности. Проверки проходят постоянно различных контролирующих структур. В данном случае сейчас проводится проверка по двум контрактам, по-моему, по тепловым сетям. Значит, были запрошены документы все по этим, естественно, в полном объеме были предоставлены. Сейчас изучаются специалисты. Сегодня ему уже не до ремонтов. Кроме господина Петрова, по информации пресс-службы МВД России, к противоправной деятельности причастны должностные лица Комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства Петербурга, государственного казенного учреждения, управления заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса, а также руководители и учредители ряда коммерческих организаций. Таким образом, полицией пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в хищениях 3 миллиардов рублей, главой которой, как предполагается, и был председатель Петров. Это уже второе громкое расследование, в центре которого оказались чиновники городской администрации. Дело жилищного комитета по хищениям на ремонтах крыш еще не закрыто. Кто будет следующим, в правоохранительных структурах по понятным причинам молчат. Я хотел бы сказать, что и дальше будем продолжать выявлять факты, возможные факты хищений государственного имущества, бюджетных средств. И ни один такой факт незамеченным не останется. По нашей информации, Владислав Петров задержан. С ним проводятся следственные мероприятия. Кроме председателя, задержаны еще не менее 10 человек. Работа московской следственной группы в Санкт-Петербурге продолжается. Вадим Сафонов, Кирилл Краснов, Новости 24, Петербург.